В столетие революционных событий в России студенты Тамбовской духовной семинарии отметили вечером памяти российских новомучеников, пронесших веру сквозь репрессии и гонения. Лирические песни и духовная музыка поначалу умиротворяют зрителей, но события, о которых повествуется в ходе творческого вечера, полны драматизма. Митрополит Владимир Богоявленский, убитый богоборцами в Киеве, митрополит Вениамин Федченков, изведавший все тяготы эмигрантской жизни, известные безымянные мученики за веру. Многие из них учились здесь, многим доучиться не довелось. Революционным декретом семинарию закрыли в 1918 году. У нас очень много подвижников, и немало из них пострадали именно на этом святом месте. Здесь, в Казанском мужском монастыре, проводили следствия, сюда привозились и допрашивались многие верующие люди. Некоторые из них здесь погибли и даже были похоронены на территории Казанского мужского монастыря. В концерте участвуют не только семинаристы, но и студенты Тамбовского музыкально-педагогического института имени Рахманинова, учащиеся педагогического колледжа. Грустные звуки инструментального дуэта напоминают о трудном пути, пройденном страной в 20-м столетии, критический анализ которого необходим сегодня.